И намного ему легче. Так, а что тут? Тут мы как-то тоже должны спрыгнуть, только бы поаккуратнее. А это они взрываются сразу прям. Ребятки, хочу сказать то, что где-то в середине видео будет спрятан секрет. И тот, кто его найдет, попадет в следующее видео. Так что внимательно смотрите. Так, ну-ка, оп. Готово. Тут тоже бы аккуратненько. Давай, шарик. У-ху. И, ребят, если вы хотите просто попасть в следующее видео, если, допустим, секрет не нашли, то вы тоже можете появиться там. Для этого вам надо что сделать? Подписаться всего лишь на канал, поставить этому видео лайк и написать добрый комментарий со знаком плюсик, что вы все сделали. Я все проверю, если так, то вы попадаете в следующее видео. Ух ты, ты че тут взрываешься-то, а? Так, опля. Берем эти звездочки. Эй, оттуда я же не допрыгнул. Так, что это он задумался-то на секундочку? Не ожидал, что тут появится такой необычный шарик с одним глазом. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, звездочки мы собрали. А эту приманку-то кто? Ух ты, не попал ты по нам. Все, ключик. Готово. Ой, ключик. У-ху. Ой-ой-ой, только в колючки бы не попасться. Так, что здесь? Нет, тут супер-мега-тележка с колючками. Нет, а как я так мог туда отпрыгнуть? Может быть, отсюда надо было забирать. А, хорошо-то как, все готово. Теперь можем толкать. Опля. Тихо. Получай. Что, как второй лопнул? Наверное, заделся от первого. Друг друга, ребята, повзрывали они, и мы теперь прошли очень даже спокойно. Так, звездочки пропускать нехорошо. А то мы можем их забыть. Они же нам нужны, правильно, есть правильно. Запрыгиваем сюда, да? Ку-ку. Заметил нас. Так, все, тихо. То колючки твои какие-то слишком шустрые. Еще заденут меня, что я тогда буду делать-то, да? Хоп. Так, запрыгиваем. Наши все звездочки, ключики. Ой-ой-ой, чё-то тут много-то. Нет, отстаньте от меня. Отстаньте, я вам говорю, колючки вы злые. Все, ребята, они повзрывались, и теперь мне больше не помешают. Так, а ну-ка, никого тут нет больше. Так. Да где ж конец-то? Нет, вроде бы, ребята, нету. Так, тогда быстренько прыгаем вниз. У-ху! Вау, это что за лазеры такие? Бэм, бэм. Чуть-чуть нас тут поджидал, да? Смотрите, какие маленькие у него взрываются босики. Так, ой, опля. Нужно вот этот хотя бы пропустить. Берем этот все. Все, готово. Так, ух ты. Хоп. Тут мы тоже справились, отлично. И теперь здесь, ребята, тоже мы прошли просто замечательно. Так, а это кто у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Все, готово, ребята, просто готово. Ух ты, только эти лазеры, конечно, могут по нам попасть, поэтому надо как-то побыстрее туда отправляться. Все, мы тут тоже справились. Вау, вот это где это мы тут очутились? Берем тогда. Ай! Эти колючки-то нас что ли повзрывать хотят? Ничего у них не получится. Давайте сюда еще запрыгнем. Ой! Ты почему решил-то взорваться? Что ты не мог подождать, а пока я туда перепрыгну. Вы посмотрите на него. Взрывается он, значит. Я тебя что, просил, что ли? Так, а эту звездочку. Дайте мне ее взять, да нет! Фух, занесло. Ой-ой-ой. А это кто тут поставил такие снаряды летающие? Вот ты сам на них и поймался. Так. Так. Ключик у нас. И теперь нам осталось только вернуться. Так, конечно. Ой, один раз мы получили. Так. Тихо. Что? Как это мы так рассчитали, ребята? Ну что ж такое? Так, одна звездочка там еще. Сейчас мы ее точно заберем. Не-не-не-не-не-не-не. Вот теперь можно.
Так, тихо. Тихо, ключик. Ой-ой-ой, как это было, ребята, близко. Так. Стующий, что тут хорошо. Не хорошо. Пособираем там сокровища, да и все. А нетушки, не так вот все и просто. Так, а что это я сюда опять пошел-то? Вау, вот это мы тут трюки выполняем. Так, давай, раскачивайся на всю силу, шарик. Хоп. А где тут эта штука? Вот она, да? Вот она. Так. И все, ребятки, мы тут прошли. Ой. А могу ли я так сразу сюда так хоп? Не, так не получится просто. А было бы неплохо. Ой, да куда ж ты падаешь-то, а? Ну, давай. Давай, стоять. А, отсюда. Молодец, шарик. Просто замечательно. Оп, и туда же звездочку успели забрать. Все хорошо, и уровень еще прошли. Отлично. Так, а теперь нужно еще наверх как-то... Ух ты, ку-ку. Давай. Все, больше он нам не помешал. Теперь что? Ого. Вот это... Ой, что-то он сделал тут с нами, аж все задрожало. Какой-то опасный злодей. Хоп. Звездочки собираются. Так. Готово. У-ху. Вот это высота, ребята. Так. Тихо. Ой, а как тут нам? Как тут нам пройти-то? Вау. Это что такое? Ого. Вот это штуковина, конечно. Ай, нет, все-таки одна смогла нас задеть. Да что ж такое-то, а? А! Ну, давай, шарик, давай, у тебя все получится. Так. Ой, как это было близко-то, а? Все, берем тут звездочки. Хоп. Теперь нам надо еще до этого флажка допрыгнуть. Вот так вот отсюда, прям так. Хоп. Готово. Тихо. Вау. Ну уже, давай, все позабирал уже. Так, теперь нужно как-то мне вот сюда. Да самый краешек, как мы могли задеть-то. Ой. А нам, оказывается, направо нужно прыгнуть было. Чтобы отключить электричество. Электричество вокруг нашего телепорта, который нас доставит на следующий уровень. Ну уже давай. Босс, ребята, это же босс, а ну-ка, сразимся сейчас с этим боссом. Тихо. Все вроде бы хорошо. Вот, разъехались эти штуки. Ого. Ой. Ты чё меня так раздавить, что ли, хочешь? Отстань ты от меня. Получил. Бежим от него, бежим. Ребята, бежим. Что, как тебе это удалось? Представляете, ему удалось меня лопнуть.